Başlar. А втором этаже. Что еще? Куда налезть? На втором этаже еще человек. Огонь в двухэтажном деревянном доме по улице Каландарашвили, 31, вспыхнул в полночь 14 апреля. Пожарные сумели вывести из дома 7 человек. На втором этаже спасатели нашли и эвакуировали из квартиры, охваченной дымом, 2 детей. Их сняли по пожарной лестнице. Этот мужчина, лежащий на земле, предполагаемый виновник происшествия. Он получил сильное отравление. Соседи подчеркивают, мужчина злоупотреблял спиртным, и в его квартире постоянно собирались пьяные компании. Один же... Один. А вот вечером не замечали, он один был. Нет, там у него шалмак был на руке. По предварительной версии, мужчина уснул с непотушенной сигаретой. Сотрудники медицины катастроф, эвакуировав пострадавшего, находят на его теле сильные следы недавних ожогов. Выяснилось, что это уже не первый пожар в его квартире. Он едва не сгорел заживо еще в феврале. Около месяца назад в данной квартире уже происходило загорание. Также по причине неосторожности при курении данный гражданин получил ожоги и был госпитализирован в БСМП. Но вот, видимо, опыт прошлого его ничего не научил. В данное время подсчитывается ущерб, нанесенный пожаром. Больше всего пострадала квартира виновника возгорания. А судя по разрушению, нанесенному огнем, остается констатировать, что трагедии на пожаре удалось избежать лишь чудом. Намсарай Намсараев, Аркадий Амбуев, Виктор Немаев. Новости дня.